Ну, вот что-то не так. Ну, как будто не Диана. Диана, ну? Что скажешь? Девочки, ну, леопард, это точно не мое. Я не могу в нем быть. Мне просто ближе. Вот, коллекция Бани, все такое розовенькое, красивое. А леопард точно не для меня. Диан, ты того? Диана, просто ты определись. Ты одинокая Бани или ты в движухе Кис? Суть улавливаешь? Девочки, я-то суть улавливаю. Мне сейчас нужно быть в чьей-то движухе, чтобы Настя и Кнопа были в шоке. Диана, я тебе еще советую выпустить коллекцию Бани Леопард. Да Кнопа сознание потирает, а Настя обзавидуется. Ты знаешь, какая она заведущая. Диан, послушай, такой пушки еще никогда не было. Леопардовые кролики. Нет, девочки, я вас, конечно, услышала, но Бани – это коллекция Бани. Все розовое, милое и пушистое. Окей, выпускай розовое, пушистое, но ты будешь в нашей движухе. Девочки, даже не знаю. Поверь, Диана, Настя и Кнопа будут в шоке. Возможно, тогда они что-то поймут. Ладно, девочки, но это только на один день. Где один день, там и навсегда. Ну что там? Вы посмотрите. Фу! О май гад. Лазят по мусоркам, а говорят, они не мусорщики. Смотри, нашел телефон. Рабочий? Вот это находка. Да, здесь круто, мы уже здесь много вещей нужных нашли. Противно здесь находиться. Стоять! Что? Давай, Мартин. Слышь, Настя, ты что, вижу, к Кнопе пришла, да? Послушай, кто ты мне такой, чтобы указывать? Вообще-то он твой бойфренд. Или уже нет? Не знаю. Послушайте вы, уже не девчонки, а пацанки. Мы хотим вас позвать на разборы. Кнопа, я буду махаться с тобой. Просто движушка каких-то смешных клоунов. Если у вас к нам вопросы, задавайте. А если претензии, уходите. А лучше выкиньте вот тех вот мусорщиков за ворота. От них такой неприятный запах. Конечно, все мусорные баки обошли. Ну, посмотрите, пацаны, какие цацы. Вообще не цацы. Послушайте вы, не до девочки. Завтра на разборе в 5 часов вечера. Хорошо, мы придем на разборы к не до пацанам. Да, девочки? Да. Обалдеть, какие вы стали. Ну что, пацаны, как дела? Что-то нашли? Ага, да, телефон рабочий. Так это я выкинул. Пацаны, вы обещали найти клад. Реально, клад ищите, не по мусорным бакам лазьте. Ладно, пацаны, погнали, нам надо тренироваться. А это разве не клад? Айфон рабочий. Баскетболисты упали в моих глазах. На нас они наехали, а с мусорщиками чуть ли не обнимаются. Как хорошо, что я рассталась с этим лохом Мартином. Хорошо, что я отшила Томаса. Ой, а мы бы с ними замутили. И пофиг, что они лохи. Вы чё, того? Смотрите, а то вылетите с этой движухи. С бывшими парнями подруг никто не мутит. Джуди! Все, вот это вот Джуди на меня больше не действует. Вы свою комнату превратили в мусорный бак. Это не так. Это не я, это она. Блин, Джуди! Она! Сюда, Шон и Зак! Да, Джуди! Успокойтесь, пацаны, на Джуди это больше не действует. Эх, ну и что мы натворили? Что произошло в комнате баскетболисток? Пацаны, мы выкручивались как могли. Мы играли в стрелялки зубной пастой. Я попал Заку в глаз, ему так пекло. А я-то думала, в чем вся комната избазана. Джуди просто поскользнулась и упала головой на плинтус. Лорен, не ври. Джуди, вот видите, мы не при делах. Это все пацаны. Не врите, девочки, мы просто играли зубной пастой. А вы... Понятно, виноваты и девочки, и мальчики. Я сегодня зайду, чтобы комната блестела. Джуди! Все, на меня это не действует. Девочки, ну вот как они сейчас все на меня посмотрят? Отлично, они на тебя посмотрят. Ну, Диана, покажи свой стержень, достань его. Мона, у меня нет стержня. Диана, хотя бы на один день прекрати быть милашкой. Это нужно для тебя. Обалдеть, я сегодня должна быть злой. Окей, попробуем. У тебя получится. Я сама. Здорово, чуваки. Что вы тут уже что-то начудили, да? Респект, давайте 5. Диана, тебе плохо? Вот школа Кис. Что с Дианой? Она что, в Кисах? Это все, это капец. Она, это будет самая плохая движуха в Академии Бани. Диана, да тебя не узнать, у тебя так голос изменился. Такая кошечка. Шон, ты обалдел? Тут стою я, твоя подруга и девушка. Не могу смотреть на этот шкаф. Все такое розовое и пушистое. Но ничего, скоро здесь все будет черное и леопардовое. О, да! Короче, ребята, теперь ведите себя в Академии как хотите. Достаньте свои стержни и покажите себя настоящими. Где
Диана, у тебя же нет стержня. Уже есть. Да-да, того. Вот так вот предательство подруг действует на девчонок. Бедная Диана, мне ее так жаль. Да, тронулась крыша. Это мои подруги, Блонди и Мона. И теперь все будут слушать нашу движуху, движуху Кис. И, кстати, вы не видели движуху Кнопы? Нет. Нам нужно поговорить. Ничего, Блонди, мы найдем этих кнопкодавов. Слушай, Шон, а ты что на нее так пялился? Я никогда ее такой не видел. Увидел? Забудь. Жужа, мы проголодались. Давай нам вафли, как раньше. Нет, как раньше вафли с заварным кремом мы не едим. Мы едим вафли с шоколадом. Ого, как у вас вкусы поменялись. Ну да, были принцессами, а стали королевами. Теперь только шоколад. Давай, Биг, замешивай тесто, еще у нас остался шоколад? Есть, еще осталась банка. Вот знаете, раньше я была на стороне Дианы, а сейчас как-то не очень. Что, приревновала Шона к Диане? Да, зачем она вырядилась в этот леопард? На Диане в леопарде круто, правда непривычно. Нет, в образе Бани она мне нравилась больше. Девочки, знаете, что мне интересно? Шон, Зак, что вы подслушиваете? А мы не подслушиваем, мы просто смотрим. Мне интересно, как Кирилл принял ее в леопарде. Они еще встречаются? У меня тот же вопрос. Давайте выпьем какао и пойдем по академии. Все разузнаем. Девочки, а вы заметили, как все к нам относятся? Да, Кнопа, заметили. Нас все ненавидят. Это не ненависть. Нас боятся, потому что мы... Королевы! Ой, девочки, что вот это вот королевы да королевы? Королевы только мы с Кнопой. А мы? Да. Ага, вы наши подруги. Может, хватит целоваться? У нас в академии трагедия произошла. Джуди, почему ты постоянно лезешь, когда мы с Марком хотим поцеловаться? Джуди, какая трагедия? Диана испортилась, изменилась, ведет себя как самая плохая девчонка. Вы бы это видели. А я всегда говорила, что она плохая девочка. Майк, ее нужно отчислить. Я не уверен, что Джуди права. Диана хорошая девочка. Она-то хорошая, но ведет себя как плохая. Здорово, чуваки. Учитель Майк, у вас такая отстойная прическа. Видите? Что ты сказал на моего бойфренда? Так, Фиона, сядь! Диана, что с тобой произошло? Вот и я спрашиваю, что с Дианой произошло? Все со мной ок. Я просто показываю свой настоящий характер. Все, нету той доброй Дианы. Теперь Диана, как все в этой академии. Диана, я могу поговорить с твоими родителями? Нет, учитель Майк, я взрослая, родителей сюда не нужно вмешивать. И вообще, где этот кнопкодав? Я ее сегодня увижу. Диан, может, ко мне на ромашковый чай? Джуди, отвянь со своим ромашковым чаем. Джуди, спасибо за приглашение. Я зайду к тебе на чай, когда дам Кнопе в левый глаз, а Насте в правый. Йо, так им и надо. Послушай, Диана, ты че такая борзая? Сейчас к тебе подойду. Не нужно. Фиона, ты хочешь, чтобы я поставила тебя на мостик, на который ты никогда не могла встать? Тренер по черлидингу. Диана, она тренер. Исключите ее, Май. Блонди и Мона, что вы с ней сделали? Это с ней сделали не мы, а ее подруги. Предательницы. Скажу Кнопе, чтобы Диане на глаза не попадалось. Диана, ты договоришься. Послушай, Фиона, сядь. Прижми уже свой целлюлитный зад. Диана, а вот это было зря. У меня там все в порядке. Качаю каждый день. Фиона, я теперь тебя ненавижу, потому что ты стала на сторону Кнопы. Вы все какие-то странные и непонятные. Знаешь, Майк, я вот это вот слушать не буду. Лучше пойду съем пирожное. Фиона, подожди. Диана, ты разнесла Фиону в пух и прах. Она обалдела. Фух, девочки, мне так тяжело быть злой, но нужно со всеми играть эту роль, чтобы до Кнопы ничего не дошло. А ты не злая, ты просто ставишь всех на свое место. Биг, что ты там делаешь? Проверяю. Ну что, Биг, есть? Да, снова наклеились жвачки. Баран, там нет жвачек. Он просто залез под стол, потому что мы все в юбках. Биг не такой. И да, девочки, он просто проверял, нету ли после вас жвачек. Пирожное, Жужа, и меня только что уделала Диана. Что? Что? Ого! Ну мы не удивляемся. Она тебя назвала кнопкодав, и она тебя ищет. Ого! Вы это слышали? А ну-ка, пойдемте найдемся. Сейчас узнаем, что она хочет. О, хочу на это посмотреть. И мы тоже. Сейчас в академии будет драка. Биг, ну что ты боишься? Жужа тебя всегда защитит.
Даша, Диана. Хорошая сегодня была тренировка. Да. Кирилл, ты уделал Томаса. О, хламособиратели. Ну чё, класс, нашли? Да нет. Так а когда мы будем богатыми? И успешными. Мы уже все тачки присмотрели. Пацаны, а это, у вас есть еще какие-то айфоны ненужные? Завтра будете выкидывать? Пацаны, ну вы это слышали? Да, конечно, у меня есть айфоны. 14-й, целое мусорное ведро. Мы завтра выкинем, а вы поковыряйтесь, поищите. Да, я завтра выкину AirPods. Ну, мы их выкидываем все равно, как мусор. Вау. Вы что, бараны? Не выкинем и ничего, клад ищите. Только ради этого вас в академии оставили. Не будет клада, не будет вам академии. Здорово, пацаны, и пока. Диана! Диана уже не там. Да, и кстати, Кирилл, ты же меня примешь теперь леопардовой? Или кинешь, как Кнопа и Настя? Диана, пойдем найдем этих кнопкодавов. Пацаны, а это точно моя Диана? Вроде да, только пятнышками их покрылась. И что-то у нее тон немного борзый стал. Ты что непонятного? Диана, походу, в движухе кис. Нет, только не это. Походу, будет месть Кнопе. О, может, мы завтра на разборы пойдем с кисами? Я хочу узнать, что она от меня хочет. Сюда, поверьте, я этой Диане в два счета наваляю. Да. Привет! А вы куда? На разборы, ищу Диану. А мне тут нравится, тут все происходит быстро. Офигеть, нереально круто. Айфоны, разборы. Если вам нравится, то ищите клад, а то разонравится. Пацаны, разборы и без нас? Ну, Тури, пошли, побежали, побежали. А вы тут стойте. Опа, а вот и кнопкодавы. О, вы посмотрите, Дианочка леопард носит. Фу, такая же безвкусица. Диана, я думала, у тебя нету проблем со вкусом. Опа, сейчас Дианка даст Кнопе. Надеюсь, у Кнопы руки и ноги будут на месте. Надеюсь. Девочки, вы заговорили. Диана порвет Кнопу. Нет, Кнопа порвет Диану, она выше. В драке чем больше шкаф, чем громче падает. Доказано. Давно же я хотела тебе навалять. Взаимно, Кнопа. Диана, давай. Диана, Диана. Ну все, Кнопа, тебе крышка. Нет, Диана, это тебе крышка. Ребят, ну а это мы вам уже не покажем. Ребята, мы вам все расскажем. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. И пишите комментарии. У-у-у.